Всем привет! Сегодня будет видео про LED-лампочки. Долго мне про них рассказывали, очень хорошо. Много рекламы в интернете. Сегодня сгорела лампочка в туманке. Решил поехать, ну, купить лампочку и наткнулся на именно на те самые LED-лампочки. Но я даже фирму называть не буду. Обычные какие-то китайские LED-лампочки. Просто хочу, ну, наглядно показать, так сказать, независимый эксперт. То есть устанавливаем в одну фару LED-лампочку, а ну, во второй фаре остается обычная стандартная галогенка. Итак, приступим. Вначале, ну, маленький такой обзор лампочек, потому что, ну, блин, разновидностей очень много, и чтобы люди именно сконцентрировали внимание на лампочки, те, которые у меня. Первый критерий, по которым я их покупал, ну, чтобы присутствовал у них и ближний свет, и дальний свет. Я с продавцом это обговаривал, я, ну, именно ему задал вопрос, есть ли на данных лампочках дальний свет. Потому что я знаю, что есть лампочки, ну, такие же, в точности похожие конструкции, но у них только ближний свет, а дальнего, ну, то есть при переключении на дальний свет ничего не происходит. Вот лампочки, как и обещал, никакой рекламы, просто самые обыкновенные, самые китайские. То есть снимаю одной рукой, второй показываю. Вот так вот они выглядят. Получается, в левой фаре галогенка обычная, в правой LED-лампочка. Будет светиться вот сюда, на ворота. Так, включаем. Ну, заметно, что правая, конечно, ярче светит, даже на видео не знаю как. Теперь пробуем дальний. Дальний, вот честно, я, конечно, буду надеяться, что он меня будет устраивать, но пока мне кажется, что это что-то не то. Потому что вот посмотрите на левую, это, ну, действительно заводские характеристики, а на правую это не заводские характеристики. Во-первых, правая, но она светит, мне кажется, чуть выше все равно захват. Ну, может быть, это плюс. И вверх, вот когда включаю дальний, то есть получается видно левый луч, он как идет, а правый он просто уходит вверх. И мне кажется, ну, я посмотрим, я не знаю. Я очень надеюсь, что будет все хорошо. И кулер вот этот слышно как. Я думаю, на видео даже слышно, как он жужжит. Так, ребятки, короче, рассказываю. Что поменялось, ну, на мой взгляд, они просто, ну, стрёмные. И, ну, вот эти LED-лампочки, которые я купил, потому что вот это вот, у них, во-первых, режим, я так понимаю, перепутанный, как я их не пробовал сейчас крутить, ничего не получается. Короче, вот сейчас вот камера снимает, она еще, видать, добавляет света, то есть, ну, на камере лучше видно, нежели вот на улице, ну, в реальности. И что хочу сказать, вот сейчас это дальний свет, а дальний свет это наоборот, я так понимаю, что это ближний свет, ну, то есть у них контакты перепутаны, или я что-то не понимаю, но я говорю, как не пробовал поворачивать, ничего не меняется. А вот это ближний свет, ну, и то есть видно, что она лупит просто вдаль, но на самом деле она нифига не лупит. И то, что вот сейчас вот свет на стене яркий, ну, я вижу, по крайней мере, на экране камеры. А вот в действительности, вживую, вижу глазами, что он как бы не яркий, нету луча, просто рассеивается все. Ну, и на мой взгляд, это херня полная, не лампочка. Я что-то даже как-то расстроился. Во-вторых, они не регулируются. Сейчас я вниз ее опускаю. Она просто типа как, ну, она опускается, но толком регулировки нету. С обычными лампочками, ну, мне было как-то комфортней, поэтому при первой же возможности я, наверное, их
поставлю, потому что вот это вообще непонятно, куда она светит. Куда-то вверх освещает. Сейчас я, конечно, пойду еще попробую что-то покрутить, если что-то поменяется, я вам обязательно расскажу об этом, но на данном этапе это все лажа на самом деле. Ну, может быть, какие-то другие лампочки, которые так очень сильно хвалили, может, они, конечно, как-то по-другому себя показывают. От этого отталкиваясь, я могу только одно сказать, что нужно обращаться в какую-то, ну, специализированную там фирму, специализированное СТО, где люди занимаются именно светом, устанавливать фары, линзы или покупать уже линзованные фары. Все, и там намного свет приятнее, намного он, ну, сфокусирован лучше, что ли, сконцентрирован. Именно на дорогу тебе будет светить, а не просто как бы вот как вот он сейчас светит. Он непонятно на самом деле, куда он светит. То ли влево, то ли вправо. Он просто вот этот луч бьет, включаю дальний, а это, ну я думаю, это ближний, потому что рассеивание просто объемное идет. Ну вот таким светом, мне кажется, ты ослепишь не только встречный поток, но еще и сзади идущий. Блин. Короче, ребятки, после долгих манипуляций, так по итогу ничего не получилось. Как светили они стрёмно, так они и светят. Непонятно вообще, то ли ближний, то ли дальний. Вот так, смотря на фару, короче, когда ближний включен, то менее слепит. А когда дальний включен, то, ну, больше, короче, слепит она. Ну, это смотря на фару. Но есть один нюанс, что как бы на ближнем еще более-менее можно ездить. А когда ты включаешь дальний, то, в принципе, у тебя куда-то в небо вообще, ну, свет бьет. И как бы, короче, их как ни ставь, как ни крути, все равно ничего не получается. Ну, с одной стороны, это логично, потому что даже фары вот эти, они рассчитаны на, ну, обычную галогенку, она свет дает вообще по кругу, и у нее именно отражатель, ну и стекло, то есть гладкое, отражатель уже построен таким образом, что у тебя, ну, свечение идет по кругу, и оно уже, ну, сконцентрировано именно, чтобы бить там лучом в определенное место. А, то есть на ближнем в одну точку, а на дальний, когда включаешь, там более яркие уже работают, ну, как бы большая часть отражателя, и она уже фокусирует, ну, лучом вдаль. А здесь такого нету, здесь она просто вообще непонятно как работает и непонятно куда светит. Не поездив с этим, я бы не рекомендовал никому их ставить. Ну, просто, ну, не зная, чем это обернется, и просто так, ну, впустую тратить деньги, ну, это неразумно, я считаю. Потому что вот потратив деньги, я уже, ну, на данном этапе я, ну, горю желанием поставить обратно обычные галогеновые лампочки и ездить как бы с удовольствием. У меня так фары нормально светили, я не знаю, как бы. Какой черт меня за какую ногу дернул, что я это сделал. Ну, как бы это произошло, вот мне интересно, я маленько покатаюсь на вот этих LED-лампочках, посмотрю. Дальше, может быть, в каких-то видео я еще вставлю отчет про, ну, после какого-то времени.